Доброе утро! Сегодня я вам покажу, как приготовить майонез в домашних условиях. Для этого нам понадобятся яйца, лимон, горчица, немного соли и оливковое масло. Так как у нас блюдо будет из сырых яиц, мы обязательно должны их помыть или обработать соленой водой. Для начала нам нужно разъединить белки и желтки. Впоследствии белки можно использовать для замечательного пирожного безе. Желтки нам понадобятся для нашего соуса. Теперь добавляем немного соли, желательно не острую горчицу, и начинаем взбивать наши яйца с солью и горчицей в миксере. Пока взбиваются наши яйца, я хочу вам рассказать о том, что в соус майонез можно использовать абсолютно любое масло. Оливковое, растительное, подсолнечное нерафинированное, кунжутное, какое угодно, это зависит только от вашего вкуса. Когда наши желтки достаточно хорошо перемешались с горчицей и солью, мы начинаем вливать масло тонкой струйкой. Масло нужно лить небольшими порциями, для того, чтобы наша смесь оставалась однородной. Иногда нужно останавливаться. Теперь добавляем лимонный сок. И остаток нашего растительного масла. Наш майонез готов. Соус майонез можно считать хорошо сделанным в том случае, если он хорошо держит форму. Приятного аппетита и доброго утра!